Внимание, внимание! Встречайте специальное предложение только с сегодняшнего дня. Самая выгодная цена, выбор эксперта. Ну, конечно, от такого жилета не откажется ни одна женщина. Ну и мы снизили цену. Обратите внимание, что цена была немножко другая в самом начале дня. 3499 рублей. Мы ее снизили на 500 рублей. Всем делаем перерасчет. Вы знаете, дорогие мои, когда я увидела этот жилет, у меня действительно как-то все не складывалось в моей голове. Но я понимаю кружево, которое мы видим на блузах и на платьях. Там все понятно. Там кружевной гипюр. Но когда я увидела на нашем кожаном жилете кружевную роспись, я была поражена. До чего дошел проект. Прогресс. Оказывается, эта удивительная ткань создается очень сложной техникой. Здесь мы видим аппликацию, которая вырезается на специальных станках. Делается она из материала, посаженного на текстиль-трикотаж, и садится пришивным методом на трикотажно-сетчатое полотно. Как вам такая технология? А сейчас представьте, сколько может стоить метр такой дорогой статусной ткани? Сколько стоит кожаный настоящий жилет? Ну сколько? 1012? Да. 15. Особенно если учитывать, Оленька, нашу длину. Она почти 90 сантиметров. Вот так. Друзья, у нас 2999 рублей. Но, Света, эта цена действует только один день на нашем телеканале. 1700 рублей вы сегодня экономите. Это настоящая удача. Захватить жилет Мэгги по такой невероятно сниженной цене. И это не просто жакет. Это бренд Благов. Это эксклюзив. Только на нашем телеканале. Кстати, про бренд Благов могу сказать одно. У бренда Благов запатентованные материалы, и очень часто дизайнеры свои идеи оформляют на бумаге. Все это отправляется на текстильные фабрики, где по заказам дизайнеров изготавливается ткань. Поэтому такой шедевр вы нигде больше в других компаниях не встретите. Говоря о дизайне, хочу заметить, Оля, что здесь необычная застежка. И это очень удобно. Здесь дизайнеры украшают жилет аксессуаром под золото. Смотрите, это специальный крючок-петелька. Вам всего лишь навсего нужно будет вот так вот надавить на замочек и легко застегнуть. При этом, почему именно такую петлю выбирают дизайнеры? Хочу сразу сказать, такой дорогой материал и сквозные петли здесь просто не годятся, и пуговицы. Так бы дизайнеры упростили этот фасон. Но наш жилет Мэгги выглядит очень достойно, украшенный позолотой. Да, безупречный жилет. И позвольте заметить, еще вчера этот жилет на нашем телеканале стоил 4699 рублей. Сегодня 1700 рублей мы взяли и вычеркнули от общей стоимости. Снизили максимально цену на великолепное эксклюзивное предложение. В магазинах такого жилета вы не обнаружите. Это дизайнерский ход. Это эксклюзивный показ, который представлен только на нашем телеканале. И только сегодня. По самой выгодной цене для вас. Поэтому смело делайте свои и первые покупки. С нами Shop & Show. Звоните и заказывайте. Я сейчас хочу присоединиться к Лале и показать вам, что наш жилет Мэгги отлично сочетается как с юбками, так и с брюками. Я и Лале выбираем за основу гардероба блузу «Нежность». Итак, на мне юбка Сангри того же производителя и яркие брючки под кожу называются Ванда. Обратите внимание, жилет хороший. Мне нравится его длина и для высоких женщин, и для невысоких женщин. Это отличная возможность не только пополнить свой гардероб базовыми модными вещами, но и постройнеть. Смотрите, у меня широкие бедра, и у многих женщин в зоне талии есть секреты, которые мы хотим с вами скрыть. Так? Так, кто-то надевает мешковатые вещи на себя, а кто-то надевает вещи по фигуре. Но здесь мы видим с вами несколько акцентов, которые работают на нашу изящность. Первый из них, вот они. Бортовые зоны нашего жилета не соединены слитно. Они оставляют небольшое пространство для того, чтобы визуально привлечь внимание сюда, а именно эти зоны стройнят нашу зону талии и убирают бедра. Именно поэтому кружевная вставка из декоративного такого кожаного материала более выглядит легко, она ажурна, она придает легкости, а затемненные бедра делают наши формы меньше. Широкие лямки тоже урезают, мы сейчас увидим, широкие лямки тоже урезают линию плеча и делают наш верх меньше намного, чем он есть. Так что можно сказать смело, Свет, если вы
вы хотите постройнеть, звоните, мы знаем, как это сделать. Ну а если вы хотите еще и за доставку ничего не платить, возьмите жилет Мэгги по сниженной, вторичной сниженной цене, возьмите юбку Сангри и получите бесплатную доставку. На нашем телеканале действует акция. Если вы заказываете на сумму 4990 рублей, тогда за доставку ничего платить не нужно. Причем вы свою корзинку можете корректировать в течение всего дня. Но лучше прямо сейчас положить идеальный ансамбль под кожу. Причем, знаете, по тактильным ощущениям, как настоящая кожа. Готовый ансамбль с бесплатной доставкой, ну а жилет в дизайнерском исполнении от бренда Благо – это эксклюзив. Многие задают вопрос: у меня полноватые ручки и большой объем верха. Девочки, сядет ли на меня жилет и какой размер мне лучше выбрать? Смотрите, у меня 52-й, у Лали 54-й. Мы выбираем идеально размер в размер. И я даже хочу сказать, что в зоне бюста остается немного свободы, так же, как и в зоне талии и в зоне бедер. Обратите внимание, этот жилет не стягивает меня. Он идеально садится, оставляя пространство для того, чтобы я скрыла все, что хочу скрыть, и надела то, что хочу надеть. Это касается водолазок, блузок, даже джемпера. Я хочу сказать еще про зону проймы. Это очень важно. Смотрите, здесь дизайнеры-конструкторы углубили зону проймы на 6 сантиметров. Вот здесь заканчивается подмышечная зона, а только здесь заканчивается зона проймы. Она тоже позволяет нашим женщинам почувствовать свободу. Выточки, которыми здесь конструкторы обезопасили наших женщин, жилет никогда не будет висеть, он будет идеально сидеть, при этом делать ваши формы меньше. Вот я бы никогда не сказала, что у Лали 54, а мне 52. Да вы стройненький, хорошенький, легенький, я бы вот так даже сказала. Ты знаешь, Свет, если бы мне сказали: Оль, выбирай либо пиджак, либо жилет, я бы однозначно выбрала бы жилет, потому что часто предпочитаю носить рукава летучий мышь, например. Или, знаешь, предпочитаю надевать такие достаточно уплотненные вещи, теплые водолазки, когда холодно. Но вообще многим женщинам жилет даже прописан, потому что он действительно корректирует фигуру и делает ее меньше. Не каждый пиджак может сделать зону верха изящной. Пиджаки, как правило, посаженные на плечики, делают нас массивнее. Да, и действительно, и движения совсем другие в жилете. Можно нормально по-человечески двигать руками. Ну что ж, давайте подведем итог. Жилет Мэгги только сегодня. Цена красного цвета. Максимальная скидка. Напомню, что еще с утра этот жилет стоил 3499 рублей. Мы вторично снизили цену, потому что производители дали еще большую скидку из-за того, что вы очень много заказывали. Умнички, скидку дарим вам. И напоследок хотела спросить: как ухаживать за жилетом? Например, кожу стирать нельзя. Ну, конечно, кожу стирать нельзя, и не каждая химчистка может справиться с очищением кожи. Наши все-таки материалы, еще раз повторюсь, посажены на трикотажную основу. Это позволяет материалу хорошо тянуться. Смотрите, материал тянется, и после стирки он не потеряет своей красоты. Это огромный плюс. Вы стираете этот жилет дома при температуре 30 градусов. После стирки сильно не перекручивайте изделие, а просто повесьте его на плечики. Таким образом, жилет Мэгги сохранит свою форму и глянцевый блеск. Выбирайте для себя и готовый ансамбль, или просто самодостаточно жилет Мэгги, ведь сегодня его нужно захватить. Он особенный. Такого не продается в магазине. Звоните и заказывайте.